रूढ़ी तो находит не то, чего ему не хватает в реальной жизни. Будь то чувства, путешествия, решимость, надежда и вера в свои силы. Приходите на Библионочь и убедитесь в магической силе книги. Вот такое удивительное выступление ожидало нас утром. Я, если честно, даже не думал, что такая красота будет сегодня. И представлю наших гостей Людмила Брунова и Ирина Леонова, участницы танца индийского театра Патанджали. Вот такие удивительные танцовщицы у нас сегодня, а также Оксана Порохова, главный библиотекарь Краевой научной библиотеки. Все это почему здесь у нас все эти люди в студии? Все потому, что сегодня будет Библия-ночь. Так, во-первых, мне нужно понимать, как правильно, Патанджали или Патанджали? Правильно так, как я сказал. Ведь мы же вещаем на Первом краевом, значит, как мы говорим, так и правильно. Спасибо тебе большое. Ну, рассказывайте, во-первых, я так понимаю, сейчас мы видели непосредственно определенную творческую инсталляцию, где вы посредством индийского танца объясняли текст определенный. Да, такое, мы пытались раскрыть именно общую тему ночи. Общая тема ночи – это магия книги. И вот мы этим танцем хотели показать, какая магия книги может быть одну из сторон книги, что книгу можно не только читать, по книге можно снять фильм, по книге можно поставить театральную постановку, и книгу можно станцевать. Сейчас мы, наши красивые индианки, станцевали нам текст из произведения Гессе, который так и называется «Магия книги». Скажите, то есть, так, немецкого писателя можно в индийской танце показать. Немецкий писатель, индийские танцы – русский язык в Сибири. Просто да. Какой-то вообще абсолютно сумасшедший коктейль. А если еще это расценивать в контексте того, что это в контексте ночи, которая проходит в библиотеке, то тут вообще тройное комбо, что называется. Скажите, что еще будет интересного, какой еще экшен ожидает во время Библионочи? Да, вообще Библионочь традиционно проходит очень феерично. Для многих горожан и для нас тоже это большой праздник. Мы его готовим совместно с нашими партнерами и друзьями. И на этой Библионочи мы подготовили более 15 площадок различных локаций. Очень обширная детская программа. То есть, если вы думаете, куда отправиться в пятницу вечером всей семьей, то обязательно приходите в библиотеку. Здесь будут не только экскурсии в книгохранилище, которые ждут очень многие, потому что они у нас проводятся очень редко. Мы пускаем в тайные наши уголки наших читателей. И экскурсии будут не просто маршрут от и до, а они будут необычные, они будут иммерсивные, в них будут вовлекаться в действие, которое будет на этих экскурсиях посетителей. Поэтому это будет очень загадочно, интересно. И ограничений по возрасту у нас на Библионочи нет. Помимо того, что мы будем знакомиться с книгами, у нас будет магия кино, театра, у нас будут выступать различные группы, музыкальные, мастер-классы по разным видам искусства и декоративного творчества. Поэтому очень будет динамично, очень красочно, и я думаю, что будет интересно. Я сегодня к вам в студию принесла несколько книг и хотела бы вам показать. А прежде чем вы будете их показывать, я хотел еще уточнить некоторые пароли и явки. Так как это мероприятие светское, предполагается какой-нибудь дресс-код? Как нужно одеваться? Нет, дресс-кода у нас нет, потому что в библиотеку может прийти
любой желающий, в чем хочет и как хочет. Пусть самовыражается, в эту ночь можно все. В библиотеке будет не тихо, а шумно. Да, это удивительно. Будет красочно, весело и задорно. Вы еще сказали, что с семьей можно приходить. Это значит, деток можно брать со скольки лет? У нас 0+ ограничений. 0+. Да. Все. То есть, в принципе, у нас будут тихие площадки, чтобы танцы. Не напугать никого, если это малыши, аниматоры, специальные люди, которые занимаются непосредственным развлечением детей. Развлекательная программа будет подготовлена вот от нуля и до... А непосредственно ночь это со скольки до скольки? С 7 вечера до 11 вечера. До 11 до 11. На 19.00, 23.00. Может быть, у вас есть информация, сколько человек задействовано в организации этого мероприятия? Мы хотим просто узнать, насколько это будет масштабно. Более 500. Более 500 человек задействовано в организации мероприятия. Вот это... Слушайте, получается, если столько организаторов, то прийти должно, точно больше тысячи, да? Да, так у нас так и всегда и бывает. Ожидается, что больше тысячи. По-моему, вы никогда не были у нас на библионе. Нет, честно, всю контору, господи, спалил! Да что ж ты за человек, напарник у меня такой? Я сижу, понимаешь, и делаю вид умного человека, как будто я читаю библионочи, посещаю. На самом деле, все не так, ребята. Все равно Оксана знает, что не видела никогда там на библионочи. Да и попробуй 1000 человек. В лицо каждого запомнить. Мы можем, в принципе, смело сказать, что мы были на прошлый день. Да, это так, мы шутим, конечно, были. Оксана, расскажите, пожалуйста, очень коротко о тех книгах, которые у нас на столе здесь находятся. Смотрите, очень коротко. Библиотекарю очень сложно говорить коротко. Я здесь хотела показать вам, насколько книга может быть многогранной. То есть книга может стать продолжением вашего тела. И вот есть такие обложки у нас очень красочные, да, на которых изображено лицо человека или, допустим, рука. И определенным образом, прикладывая ее к телу, можно делать интересные селфи, да продолжать свое лицо. Да, вот вам очень подходит, у вас голубенький пиджачок. Да. В принципе, чуть поярче. И тем самым мы показываем, что книга может стать вашим продолжением. Да? Да. Различные интересные полиграфические издания, которые несут редкость. То есть вот это, допустим, книга в кожаном переплете ручной работы. Это настоящая кожа. Да, это настоящая кожа, натуральная, причем сделана нашими красноярскими мастерами. Я вдруг только что понял, какая книга, какая обложка подойдет к моему лицу. Возьмите меня круг. Не каждый умеет петь. Мне кажется, это идеальная обложка к моему лицу на сегодня, по крайней мере. А вот эту редкость я хочу обязательно показать. Допустим, у нас будет выставка. Она будет называться «Магия книги». Самая маленькая. Да, и на ней будут представлены гигантские книги, большие. И вот эта книга из нашего фонда, она самая маленькая. Вот это миниатюрное издание «Молитвы поэтов о России». Ручная работа с золотым обрезом, то есть странички, видите, позолоченные. И здесь представлены стихотворения поэтов Серебряного века. Они не просто здесь напечатаны и проиллюстрированы. Но самая магия в том, что здесь, в этой подставочке, есть еще продолжение этой книжки. Еще меньше. То есть она вот такая маленькая, если мы в сравнении. Это точная копия этой книги. Ее также можно прочитать. И для того, чтобы ее прочитать, вот в этой подставке есть увеличительное стекло. Ага. Да, и мы читаем с помощью этого стекла. Продумано. Слушайте, хорошо, что вы взяли самую маленькую книгу, потому что большую по понятным причинам. Просто мы не смогли, сегодня не смогли протянуть в студию. Мы на втором этаже находимся, ее невозможно поднять. У нас нет лифта и сильных мужиков. Но можно прийти на библионочь и убедиться, и увидеть, и потрогать. Еще раз приглашайте. Куда прийти, во сколько? Мы приглашаем всех горожан и гостей нашего города на библионочь, в Краевую научную библиотеку, которая состоится сегодня, в пятницу вечером, с 19.00 до 23.00. Вход свободный, читательский билет с собой приносить не нужно. Библиотека будет принимать задолжников, то есть читатели, которые задолжали книжки, приносят их без штрафных санкций. Это очень важно для тех, кто... Кажется, мне можно прийти, потому что я точно должен вам пару книжек. Для вас будет очень приятный вечер, потому что вы сдадите книги и возьмете новые. Итак, я еще раз представлю наших сегодняшних гостей. Это Оксана Порохова, главная библиотекарь Краевой научной библиотеки, Людмила Брунова, участница театра индийского танца Патанджали, а также ее коллега Ирина Леонова, тоже участница театра индийского танца Патанджали. Спасибо вам огромное за этот, не постесняюсь этого слова, комбо-микс из книг, литературы, танцев, песен и всего с этим связанного. Спасибо вам огромное. Мы прервемся буквально ненадолго, минут на 6 буквально, пока ваши дети будут смотреть мультипликационный фильм.